Приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем с вами играть в игру Кенши. И в прошлый раз мы закончили на том, что по праву силы мы забирали все, что лежит, все мое. И чуть-чуть посражались. Понятно, что такая немножко у нас пока особо без сражений все серии. Но, и, честно говоря, пока нам очень страшно сражаться. У нас атака минус 5, минус 3 защита. Сила, правда, 15 уже. Тут мы немножко, да, пока таскали туда-сюда. Ловкость единичка, стойкость шестерочка. Чуть мы посражались, нам там повредили перегруз 70%. Сейчас объясню, почему. Помните, в прошлый раз здесь мы сопровождали немножко, он нас сопровождал, или мы, торговца конечностями, и вот здесь за углом случилась заварушка, и, по-моему, даже он еще, да, валяется, вот он. Вот, один из его охранников здесь пал в битве с бандитами, кстати говоря, тут опять вон кто-то, возможно, это... Не могу посмотреть, это беглый раб, а это, ну вот, не уже до, туда не могу посмотреть. Ну, в общем, вот здесь пал один из охранников вот этого вот самого... этого самого каравана, и я его облутал. Вот, и смотрите, что я нашел. Составной топор Катун 3. И прям мне его жалко продавать, но я понимаю также, что мы им абсолютно пользоваться не можем, потому что он тяжелый, и пока что у нас нет ловкости для того, чтобы мы адекватно защищались, и у нас нет силы для того, чтобы мы могли им нормально наносить урон. И, в общем-то, одни минусы. Но при этом в нем была качественная маска, которая, во-первых, дает голову защиту на... Ну, конечно, она меньше дает покрытие 70, но при этом у нее сопротивление намного всему больше, поэтому мы сегодня переодеваемся вот так. Вот, немного странно будет выглядеть наш шаг. Мы нашли железную кольчугу оттуда, вот, и... Причем она тоже зеленая, качественная, ну, достаточно качественная для того, что мы сейчас носим. Здесь есть латные штаны скитальца, у которых тоже защита будет побольше и покрытие даже побольше. Вот, тоже их надеваем, только нам как-то теперь бы это еще все распределить как-то. А вот, наверное, вот как-то вот так поместится. Да, так поместилось. Вот, что здесь... ну, и составной... Мне очень хочется составной топор, но я понимаю, говорю, что я не смогу его носить. Вот, и крабовые боты. Вот, крабовые боты вообще желтый особый предмет. И мне бы, конечно, не хотелось их продавать, потому что навряд ли, что мы когда-то такое в ближайшее время что-то найдем. При этом у них скорость боя они режут всего на 3 единички. Единственное, атлетику на 80 у ворот, но вот покрытие 25% всего, у нас на этих 35, да, но я пока не хочу ботинки Таби эти менять, вот, и я пока не знаю, что делать, то есть мне как бы и вроде их и хочется оставить, вроде не хочется. Смотрите, какой интересный вид у нашего Шека. Ладно, мы бежим продавать. Вот, потому что нам все равно мы таскать этот топор пока что не сможем. У нас ужасный перевес, при этом 72%, при том, что мы все это тащим, при том, что у нас силы уже 15. Вот, но все равно мы пока не можем этим пользоваться, поэтому пока что, наверное, продадим этот составной топор. Хотя я уверен, что я потом буду бегать его искать, и не факт, что найду в таком же качестве. Да, здесь, кстати, тоже интересная ситуация. Вот эти хирурги, да, тут понабрались себе тоже рыбовладельцев, и зачем-то их упорно держат на руках, и я хотел их облутать, но они не дают, вот они вцепились в них. Да куда ты пошел, почему ты все время за прилавок ты ходишь, вот отсюда разговаривай. Вот, и сейчас мы тут, наверное, все продадим, наверное, пока оставим конеруб себе. Вот, и косуха тут еще была скитальца. Я вот прям, мне совсем не хочется все это дело продавать. И, возможно, мы могли бы нанять какого-то еще одного шека и его во все это одеть и вдвоем уже как-то начать путешествовать. Но я просто боюсь, что я шека еще одного не прокормлю. Я хочу показать, у них...
Темп голода сейчас 82, вообще странно. Обычно у них темп голода там может достигать в районе 200, да, процентов. И, естественно, они-то жрут неимоверно. Вот. И я не знаю, как в такой ситуации поступить. Но в любом случае, наверное, составной топор мы продадим, потому что, как бы мне не хотелось, но даже если мы сейчас кого-то наймем, мы все равно не сможем им пользоваться, потому что это очень накладно будет. У нас есть две аптечки, вот настоящий ремкомплект, наверное, мы тоже пока что продадим. Вот, и что у нас еще остается? Наш конеруб остается, и вот это, вот просто стоит подумать, если мы сейчас будем кого-то нанимать, то вот это вот в этом мы во все сможем переодеть. Хотя вот эта вот куртка, у нее покрытие такое себе. Живот, грудь, конечно, на 100, но вот левая и правая рука, конечно, она не сильно покрывает. А у нас, с другой стороны, у нас здесь живот вообще на 20 покрывает, а левая 80, грудь. Ну, даже не знаю, что из этого лучше. 21. 28, 70, 21, 35, 90. Ну, не знаю, не знаю. Я вот сейчас весь в сомнениях, тем более у нас 14 тысяч. И пойдемте в бар. Если сейчас получится, мы, ладно, еще одного шека наймем. Хотя я, как бы не планировал еще. Я хотел еще покачаться и подольше, да, и потом только всем этим заниматься. Кто у нас тут такой ползет? Голодные бандиты и без одной ноги. О, кстати, тут что-то валяется еще. Кандалов тут целая куча. Вот. Вот, кстати, вот эти крутые ребята. Смотрите, как они выглядят. Такие. Дедушка с сыном. Ну-ка. У них, посмотрите, статы. Атака 64, защита 69, сила 52, ловкость 66, стойкость 70. Вот, нам примерно в такие же параметры надо где-то вкачаться, и тогда можно уже о чем-то думать, но пока я даже не знаю, нам, ну, вообще одна из основных показателей это, конечно, стойкость. Так, кто у нас тут есть? Если есть кто-то, Брехт. Ларс, я хочу, если нанимать, то именных каких-то, там Рука, во, гигант Рене, во, давайте гиганта Рене. Сейчас посмотрим. Вот это, ребята. Ты воин, чужак. Одна из лучших. Почему одна? Я, в общем, должен быть мужчиной. Я знаю, как вести себя в бою. Сноснозвед. Свет. Нужен личный меч. Рене Гигант, чистокровная шекская воительница. 7,5 тысяч катов. Согласен, изгой? Ну вот 7,5 гигант Рене. 7,5 катов, по-моему, дороговато. Нужен высококлассный боец. Кровей могучий шеков. Придется платить по ценнику. Навыки какие-нибудь есть? В бою тебе не найти лучшего союзника, чем шекский воин, чужак. А я одна из самых лучших в этом краю. Ладно, давайте возьмем гиганта Рене. Я, как и говорил, я не очень сейчас в восторге от того, что мы кого-то нанимаем, но у нее хоть какие-то там доспехи есть, и это уже хорошо. У нее единственная голова сейчас не покрыта, но это мы сейчас быстренько решим, потому что она сейчас возьмет у Анмика хотя бы вот этот шлем, и голова у нее будет прикрыта, но а в целом я думаю, что даже вот это мы все остальное продадим, и тут, в принципе, у нее неплохая броня относительно всего. Ну, вот можно ей крабовые боты еще. У нее атлетику, правда, будет тогда резать. 87 здесь режет, здесь до 90, да? А, слушайте, ну вот эти боты даже по атлетике-то получается лучше будут. Вот это тогда на продажу. Вот. И хотя у них покрытие 25, а у этих 40. Даже не знаю, что лучше в данном случае. Вот, у гиганта Рене даже есть аптечка и какой-никакой меч, сабля в 2 килограмма. Урон против роботов, урон против зверей, все в минусе. И пробитие доспеха минус 15. Надо ей будет тоже меч поменять. Вот это, конечно, не годится. Вот, но в целом нормально. В целом нормально. У нас уже бригада.
Вот, которые, может быть, здесь кто-то еще. Ну, здесь можно, кстати, много шеков нанять, но, как я и говорил, мы их просто не прокормим. Я бы рад и больше их нанять, но, к сожалению, мы сейчас этого сделать не сможем просто финансово. Вот, пойдем, наверное, сейчас еще сбегаем. Давайте сбегаем. Все-таки я хочу посмотреть, вдруг неожиданно здесь есть то оружие, ради которого я и шел сюда. Ну, не то, что шел сюда прям конкретно, а меч Ронина. А вот здесь, конечно, у шеков его нет, к сожалению. А вот, и любое другое оружие нам пока что не по карману. Кстати, у гиганта Рене по силе. У нее защита 32, атака 7, сила 24. Да она нас уже превосходит во всем. И стойкость 18. Она действительно, на данный момент она намного лучше и круче нас. И это хорошо. Это хорошо, с одной стороны. Нам нужно было, чтобы Анми, конечно, у нас сейчас бегал. Давай продадим, ладно, вот этим торговцам все остальное. Вот, я думаю, что единственный гиганту, наверное, надо будет тоже рюкзачок купить. Мы это продаем, все лишнее. Вот, и если тут есть еды, тут нет. Но еду мы можем там купить, чуть подальше. А, хотя вот, 6 кусочков. Давайте гиганту закинем пару кусочков. А вот, и у нас осталось 8000. Мы сейчас идем тогда еще в магазин, вот в этот. И попробуем для гиганта купить тоже рюкзак. И тогда мы уже выдвинемся в путешествие для того, чтобы, может быть, найти уже какие-то бои и будем пробовать. Все-таки я надеюсь, что гигант у нас будет вытягивать. А изгнанный шек у нас все-таки тогда сможет немножко благодаря этому прокачиваться. Так, купил я гиганту Рене тоже такой же рюкзачок, как у нас, и заметил, что здесь в продаже есть относительно дорогие карты. И я бы не хотел бегать самостоятельно, там что-то искать. И, наверное, мы купим все эти карты, которые мы не знаем. Карта болот, карта безродному, карта тех охотников, карта краю мира. Что здесь еще? Блин, союзных городов расширенная. Может быть, нам. Да. Карта союзных городов расширенная, карта к библиотекам, карта королевства шеков мы не покупали. Нет, карта королевства шеков и инженерная карта за 1000 пока нет, потому что мы пока не пойдем. Вот, ну и, соответственно, мы сейчас все это дело изучим. У нас, по идее, все это дело должно появиться на карте, и нам просто меньше придется самим что-то искать. Давайте посмотрим, что у нас там открылось. Ну и у нас открылось, в принципе, все, что нам надо знать. Во-первых, болото все открылось. Ну, хотя не все. Я знаю, что вот здесь еще есть. Вот здесь, по-моему, вот здесь есть. Но это некоторые локации, кстати, а некоторых локаций здесь нет. Это связано с тем, что это мод Genesis, и здесь не все появляется. Но уже интересно, что здесь есть Великая крепость. А от Великой крепости где-то вот здесь тоже есть еще интересные места, которые нам стоит посетить. Так, ладно, у нас уже два шека, давайте выдвигаемся. Я все-таки хочу добраться до нового города. Вот, это будет немного опасно, вот, но я надеюсь, что нам удастся без особых приключений, хотя уверен, что они будут, и я на всякий случай даже сохранюсь. Я не то, что прям я сохранился вообще, я не понимаю. Ну-ка. Никакой надписи не появляется о том, что сохранено. На всякий случай я сохранюсь, ребят, потому что я не то, что я прям там боюсь, что там кто-то у нас пострадает или еще что-то, но всякое бывает. Там бывает, в текстурах просто застревают ребята, и просто достать их нет никакой возможности. У меня такое было вот на предыдущем сохранении, как я и говорил, я играл. Особенно это часто происходит с какими-то животными, когда я ходил там, так скажем, в горный рельеф, когда там какое-то животное ранит или еще что-то, оно почему-то отлетает и отлетает прям вот, мама, не, не, не,
не горюй, как говорится, а улетает куда-то наверх горы, и ее достать никак нельзя. Ну, и плохо это тем, что, например, когда животное уже умирает, то ну, ты его никак достать не можешь. Посмотрите, кстати говоря, как гигант Рене в каких лаптях у нас каких-то бежит, достаточно забавно это смотрится. Я его даже остановлю, посмотрите, какие-то лапти прям. Ну ладно. Так, давайте выдвигаемся. Я не понимаю, что с этой игрой не так. Почему такие просадки жуткие? Вообще просто до 18 кадров. Ладно, я пока ставлю на паузу. Если что-то будет интересное по дороге, я обязательно включусь. Потому что, ну, вот в 20 кадров, конечно, смотреть это просто ужас. Ну и, как я говорил, я включусь, как только что-то появится, и так как я на быстрой скорости бежал, я не заметил разбойников, и наши ребята попались, это, ну, беда, вот, ну, будем, ну, какой шек откажется от хорошей битвы? Естественно, никакой, поэтому давайте следить, давайте будем смотреть за изгнанным шеком. Я надеюсь, хотел сказать, надеюсь, он хоть что-то сможет. Нет, он ничего не сможет. Но здесь вот в Генезисе против толпы, конечно, абсолютно бесполезно. Там, насколько бы ты прокачан не был, у тебя есть огромный шанс, что все равно завалят. И я просто надеюсь, что нам сейчас что-нибудь не отрубит. Это вот единственная надежда на... Все, гигант Рене у нас даже первый слег, как ни странно вообще. А изгнанный шек, он не успевает просто. Ну, плюс там еще, я смотрю, арбалетчики лупят. Надеюсь просто, что никто не умрет. Ну, слушайте, я вот думаю, я ему не блок поставил. Нет, у него не блок стоит. Смотрите, он очень даже долго и упорно держался. И вроде нам ничего не отрубили. И крепость у нас уже 15. Отлично. Если мы сейчас сможем встать и излечиться, вроде пока у нас раны, ну, не знаю, насчет ухудшения. Вот это, по-моему, грудь у нас ухудшается, да? 47... Сейчас посмотрим. Надеюсь, что раны затянутся, что... Нет, гигант Рене уже готов встать. Я надеюсь, что он пока полежит тихо. Он стойкость, он единственное прокачал про чуть-чуть. Но ему грудь очень сильно выбили. Давай, вставай. Стойкость 26. Потому что ребята еще далеко не ушли. Да, отлично. Ну вот, гигант Рене у нас будет быстрее, видимо, прокачиваться. И почему-то он себя не лечит. Он сначала решил нашего изгнанного шека полечить. Ну, тоже неплохо. Но пока там бандиты недалеко ушли, давай лечи. Просто главное, чтобы не было комы до поправки. Хотя она, наверное, будет. Здесь у нас минус 5. А стойкость у нас позволяет... пока ты себя подлечил. Нет, а что ты тормозишь? Давай. Вот, отлично. Все. У нас даже... Сейчас мы... Наложить шину тоже сделаем. Ну, я понимаю, что у тебя нет, но ты просто себе хотя бы вот так сделай. Вот, отлично, давайте двигаться дальше. Нам чуть-чуть осталось до города. И здесь я знаю, что рядом с этим городом, ну, очень много будет вот таких встреч у нас. И поэтому я именно сюда и шел. На первом этапе, мне кажется, здесь вот будет именно боевку прокачивать неплохо. И... я думаю, что мы нашего изгнанного шека тоже когда-нибудь в очень хорошую форму приведем. При этом у него уже защита 16, сила 13. Ну вот силу надо, конечно, очень хорошо подкачать. И ловкость, конечно, было бы тоже неплохо для того, чтобы он мог лучше орудовать оружием. А и еще, да, бандиты? Или кто это? Голодные бандиты, которые, смотрите, которые нас почему-то не трогают. Интересно. Так, а куда вы пошли? Подождите, стойте. Вам вот сюда надо. Давайте в город. Я думаю, что все-таки сейчас мы попробуем переждать этот день в городе. А там уж как... Не понял. Это кто? Кто... Кто выстрелил в гиганта? Быстрее, гигант! Все, каждый сам за себя.
Сейчас просто бежим к страже, если мы успеем. По-моему, все-таки вот эти именно голодные бандиты решили на нас напасть. Вот. Поэтому мы просто пробуем убежать. Хоть я и говорил, что какой шаг не любит хорошие битвы. Вот. Но в данном случае мы уже израненные, да, и сейчас это может закончиться печально, там какой-нибудь кома, и мы здесь будем лежать и неизвестно сколько. Поэтому желательно, чтобы хотя бы гигант у нас сейчас ушел, потому что мы все равно не справимся однозначно здесь. И я не против, конечно, битвы, но защита, сила, ну я не знаю, то есть еще здесь можно, конечно, поднять еще немножко стойкости, но стоит ли это того? Стоит ли это того? И они из-под тишка, главное, напали, вот как подлые крысы какие-то, да? А успеем мы до охраны добежать? Давайте попробуем. Ну просто если мы где-то здесь упадем, это не так страшно. Я просто боюсь потерять сейчас окончательно кого-нибудь. К тому же у нас у изгнанного Шека уже нога на 18, да, и живот на 2. Ну, не знаю, за живот я почему-то меньше переживаю, чем за ногу. Я не хочу лишиться ноги. Бежим. Вот. Так, гигант. Гигант, ты сможешь убежать? Потому что изгнанный точно уже никуда не может убежать. Но давай попробуем. Давай попробуем. Какие-то у нас. Да, вот, их встретила охрана. Отлично. Так, что у нас по ребятам? Тут минус 8, но я надеюсь, что он сможет встать. Стойкость. Стойкость. Что у тебя там со стойкостью-то? У меня почему-то здесь все время стойкость, стойкость 6. 16, и она позволяет до порог нокаута 23. Он должен сейчас встать. Вот. И я бы хотел, чтобы он встал, потому что, возможно, это прокачает 33 секунды. У изгнанного тоже 33. Но мы не успеем. Тут охрана сейчас раскидает, конечно, голодных бандитов. Но, возможно, мы, если их охрана всех там не заберет, опять же, сможем с них чего-то залутать. За счет этого немножко, опять же, поднимем денег, вот, и здесь отвлечемся, и потом уже будем с боями здесь тоже встречать вот этих голодных бандитов, и на них как-то вот здесь уже немножко прокачиваться. Гигант Рене, давай вставай уже, да не надо притворяться, давай вставай. 31 крепость, отлично, отлично. Гигант, давай, даже не надо лечиться, просто атаковать всех, что у нас тоже. Да, молодец, меня так не убить. Отлично, ты просто красавчик. Давай тоже атаковать всех. Я надеюсь. Давай, давай, изгнанный шаг. Я тебя прошу, давай, давай, ковыляй сюда, пока тут всех. Чё ты стоишь-то? Дури башка, давай. Это лидер отряда, кстати говоря. Но пока у нас доковыляет. Что у нас с гигантом? Где он? Гигант у нас даже там сражается, смотрите, он там чего-то даже кого-то ударил. Так, 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 начинает растаскивать. Гигант, подожди, хватай вот этого. Потом будешь лечиться, отлично. Так, себя подлечил. Ты себя. Почему они не лечат себя? Вроде у них стоит медицина, да, и вроде как они должны лечить. Лечиться. Так, а здесь еще. Всех разобрали, блин. Не успели мы никого, кроме одного, упереть. Вот, к сожалению, да. Больше никого точно не осталось. Но я думаю, что это не последний бой, и мы, естественно, по праву силы еще заберем себе кого-нибудь. Вот. Но хотелось бы, конечно, больше. Вот. Рюкзачок. У нас еду. Еду, ну, не смогли упереть, потому что я вроде все в рюкзачке убрал, и, ну, когда снимал рюкзак. Вот, для того, чтобы наши могли немножко чуть-чуть получше сражаться. Оружие у них, к сожалению, забрали уже. Его здесь не выкинули. Это не шейки, которые здесь всех оставляют. Так, а ты у нас что, хочешь его бросить? О, смотрите, они бросают их. Так, а ты кто? Рекрут гильдии наемников, а это. А это голодный бандит. Вот нам надо попробовать вот этого. Нет, не успели мы его поднять. Ну ладно.
Во-во-во, вот давайте бросайте их, они вам не нужны точно. Я хочу успеть кого-нибудь поднять, но я даже... Да что вы издеваетесь, что ли? Только я подхожу... О, давайте у этого сейчас упрем просто вот в наглую. Вот он пока бросил, оп, и все. И все. И отходим. Гигант. Изгнанный шаг. Вы красавчики. Давай посмотрим гигантом, что у нас вот в этом. А вот тоже его немножко разденем. И тоже все это дело продадим потом. Ну, здесь, правда, и продавать-то особо нечего. И Анми у нас то же самое. Вот я не помню, мы уже, по-моему, здесь посмотрели, да, здесь уже все, что можно было, обобрали. Вот, наконец добрались мы до этого города. Город здесь не очень большой, но как бы, ну, как небольшой. Большой. И вот улей, он теперь находится вот в пределах этого города, то есть вот там на воде, где он раньше был, его больше нет. Вот, ну и здесь мы на время поселимся, я так понимаю, ну не то, что поселимся, прям мы здесь сейчас перекантуемся, как-то залечим раны и, возможно, посмотрим по заработкам, что у нас будет. Ну, нам главное, чтобы хотя бы на еду хватало, немножко покачаемся. Вот, у изгнанного Шека у нас почему-то стойкость не особо прокачалась, 16, вот у гиганта хорошо, 31, это уже хоть что-то, вот, и здесь мы уже с вами как-то, наверное, будем исходить из того, что у нас есть. Ну, гигант Рене мне почему-то не понравился, он меньше стоял, чем изгнанный Шек, хотя по показателям он должен быть лучше. Никому не двигаться, кричит гигант. А здесь никто и не двигается. Давайте зайдем к медикам. Ну, здесь просто ближе, то нам хромать, чтобы хромать меньше нам. Вот, пойдем. Пойдем, может быть, да. Сейчас мы вот здесь продадим там. Ну, у нас, правда, там особо продавать нечего. Вот, ну и Анми пока... Да почему Анми-то я все время называю? Надо его переименовать просто... вот, и тогда я не буду путаться. Но я просто хотел переименовать его в тот момент, когда он заслужит хоть какое-то там уважение у меня и у вас тоже. Хоть как-то его немножко прокачать и тогда уже переименовывать. Вот, будем качать ему пока силу. Пока он там хромает, пока он ходит и... А давайте попробуем, не знаю, просто сейчас бросать наших подопечных. Ну давайте, ладно. Или зачем нам куда-то ходить? Я просто хочу, чтобы у нас отлежался изгнанный шаг и гигант, и потом уже продолжить бои, наверное. Ну, давайте, ладно, выкинем всех. Отпустить. Это тоже. Отпустить. Пусть они здесь валяются. Давай-ка сюда иди. Ну-ка, повернись немножко к нам. А вот, ну и на этом, наверное, это тоже серию будем заканчивать. Не хочу их сильно растягивать. Если вы хотите видеть серии намного больше, пишите обязательно в комментариях. Да, вот это хорошо получилось. Вот. Пишите обязательно в комментариях, и мы подумаем, как это можно организовать. Всем спасибо, кто меня смотрел. Ставьте лайки, пишите комментарии, и увидимся с вами чуть позже. Смотрите, у него, кстати, стрела насквозь в плечо вонзилась. Вот. Все, всем пока-пока.